Гамма-Виспер – пневматическая винтовка с переломным нарезным стволом. Поставляется в картонной коробке вместе с документацией. Интернет-магазин «Попади в десятку». Ее тыльник сделан из цепкой резины, а ложе из пластика. Приклад имеет интересную симпатичную форму. Предохранитель расположен в спусковой скобе, и он не автоматический. На корпусе есть крепление для установки оптических прицелов. Имеющийся целик регулируется по двум осям, и он и мушка имеют светопроводящие точки. Дульная насадка винтовки тоже имеет необычный вид, и вместе с прикладом они смотрятся органично. Заряжание производится переломом нарезного ствола. Стреляет винтовка свинцовыми пульками калибра 4,5 мм. Это версия винтовки на 3 джоуля, и ее мощность можно увеличить, просто поставив другую пружину. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.